14 апреля 2023 года. У нас так быстро все цветает, представляете? Гляньте, у нас вишенка уже цвела ранее. Уже все. Зато уже сливка раскрывается. И, кстати, алыча, помните, показывала? Пару дней назад всего, она только в цвету была вся белая. Вот, все, уже все. Там уже тюльпаны. А тюльпанчики повылазили? Да. Нарциссами. О, сорока белого бока. Улетела белого бока. Дожди капают такие. Вот наши тюльпанчики здесь. Тюльпанчик один. И вот еще будут красненькие скоро. Вон там еще. Прям белый снежок под деревцем. Все, почти осыпалось. Алыча. Недавно, вот, кстати, я видел, что она еще цвела. Такая наша буйная зелень. А, вот нарциссики. С тюльпанчиками. Красота. Красота. Не трогай, пусть растет. Это не роса, это дождик. Это дождик. И тут нарциссики. Что там? Желтенькие листья. Ой, а вот эти смешные цветы, вон они как наросли. Угу. Тут тоже абрикоска. Немножко спиленная. Тут ветки прямо наши старые. А там и упали ветки тоже, видишь, старые. Что наши абрикоски тут все старенькие попадали. Экскурсия вокруг дома. Прогулка. Наша сегодняшняя прогулка. И в магазин быстренько. Тут абрикоска цветет. Ой, там тоже уже цветает. Смотрите. До четвертого этажа абрикоска достает. Копает. Надо дождевички одевать. Вот она. Видите? Все как стоит. Сюда часть. Нет сил уже читать новости. Я сегодня просто... Так получилось. Неделю уже... Рабочую неделю работаю сама в основном. И от потока новостей уже просто сил нет. А сейчас вот, ну, просто свежие новости, ясеноватые. 4 человека погибло. По Донецку меньше стреляют, начали стрелять по другим городам. Думаешь, когда это все закончится? Когда уже все нажрутся? Этих денег. Ведь все войны, все это из-за денег. Кому-то хочется больше власти и денег. Страстная пятница. У меня, честно, вот, у меня ад вот за окном. Никакой страстной пятницы не надо. Все черти здесь. Все здесь стоят. Алекс говорит, может, кулички будем печь? Какие кулички? Не хочу никаких ни куличков, ничего.
еще как почитаешь этих понабежавших, которые говорят, а что вы ноете? Вы сами виноваты. Мы на Майдане не прыгали. У нас там не было донецких. Никто там не прыгал на Майдане за печеньки Нугланд. Сами продали, а теперь на нас все сваливают. Сегодня били по Куйбышевскому, слышно было. Я как раз прилегла на 5 минут, думаю, хотя бы немного глаза отдохнут от компьютера. Слышу один, другой раз, третий. Алексу сразу сказала, чтобы он свою колонку потише сделал, чтобы, если что, было слышно. Я так понимаю, что нас ожидает веселая Пасха. Очень. Ведь, несмотря на то, что дожди идут и все сырое, обстрелы продолжаются. Просто страшно вот так. Ты тут ставишь какие-то новости. Куличи, Пасхи, яйца, цены. А кто-то будет хоронить.